Давай! Давай! Вот так! Выше? Да! Ага! Кто хочет еще? Хотите? Хотим! Да! Отойдите. Мы это видели. Кто-нибудь звоните 911. Что у вас случилось? Наш замок Батут взлетел на 30 метров. Замок Батут для детских праздников? Да, приезжайте скорее. Там внутри дети. Там мой пасынок. Мой муж упал. Господи, а вдруг он уже умер? Где замок сейчас, мэм? Он врезался в холм. Сейчас он висит на краю обрыва. Приезжайте скорее, прошу, пожалуйста. Взрослый мужчина со стороны холма. Трое детей в замке Батуте. Поставим машину на служебной дороге. Хан, вы с Баком спуститесь вниз, закрепите замок Батут. Оцените состояние детей и спускайте их вниз одного за другим. Я позабочусь об их отце. Ким, не останься здесь, закрепи лебедку. А почему ты мне никогда не поручаешь что-нибудь веселое? Лебедка — это весело. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Помогите! Ким, Батут закрепили. Принято. Аккуратно. Так. Спасите нас! Помогите! Ребята, ребята, мы спасатели Лос-Анджелеса. Мы вытащим вас отсюда. Сохраняйте спокойствие. Дети, с вашим другом все хорошо? Он очнулся? Он дышит? Опусти люльку вниз, Ким. Есть. Что с моим папой? Кэмерон, сэр, не двигайте головой. Держитесь, мы вытащим вас, как только сможем. Кэмерон. Ким, немного ниже. Есть. Ребята, давайте пойдем. Вот и все. Хорошо. Потихоньку, потихоньку. Так, держи люльку, Хан. Хан спускается. С ней один ребенок. Вот так. Ким, мы готовы. Опускай нас. Давление и пульс в норме. Состояние стабильное. Пап! Папа! Да? Я думал, что ты умер. Я целком. Мы оба целы. Я так тебя люблю. Я тебя сильно люблю. Все хорошо. Теперь все будет хорошо.